Сотрудники надзорного ведомства, отметил Юрий Поляков, всегда стоят на страже интересов каждого жителя города-курорта. Взаимодействуют с администрацией муниципального образования в деле обеспечения законности и правопорядка на территории. За добросовестную службу и высокий профессионализм были вручены почетные грамоты главы муниципального образования город-курорт Анапа лучшим работникам межрайонной прокуратуры. Сегодня вы надзираете за законом, сегодня вы поправляете всех тех, кто пытается нарушить закон. И это отрадно, потому что нам жизнь надо делать лучше и делать это для народа. Поздравляю вас всех с праздником, удачи вам, наилучших пожеланий. Юрий Поляков передал особые слова благодарности ветеранам прокуратуры, всем, кто научил молодое поколение верности профессии. Председатель Совета муниципального образования Леонид Кочетов поблагодарил за плодотворное сотрудничество с администрацией, депутатским корпусом и помощь в решении всех важных для жизни Анапы задач. С ответным словом выступил и анапский межрайонный прокурор. У нас с вами задача одна – благополучие людей, выплаченная вовремя зарплата, цветущий, красивый, благополучный город. И поэтому и наша работа, и ваша работа, фактически это работа коллег, единомышленников. Я очень рад сегодня отметить то, что вы думаете точно так же. Наша задача работать на упреждение, чтобы люди не испытывали неудобств, люди не испытывали препятствий, люди могли реализовать свое законное право во всех сферах общественной жизни.